Сейбер идет прямо в ловушку. Hey, guys, и мишеньки, мы продолжаем родить рупа названием GeForge. Ну что, машины восстановлены, я получил огнемет. И теперь мы с вами веселимся. Пока что только так могу забрать. Потому что, а кто его знает, что дальше будет? Так, почти 10 тысяч. Уже 10 тысяч. Так, ладненько, поехали. Карта, диски, здоровье максимально мучаем. Улучшить, ладно. Просто пушка вышла довольно дешевая, если в покупку. Так, полетели. Блин, мне интересно, а что будет, если мои все сердечки улетят? Как мы сейчас, походу, будем летать. Сейбер попался. Он на вертолетной площадке, и там как-то подозрительно тихо. Дарвин, не стреляй, пока мы не прибудем. Боюсь, у нас нет времени. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Арианам. Приветствую тебя, свинка. Я приготовил тебе маленький сюрприз. Последнюю ловушку. Выхода у вас с Сейбером нет, а мои зверушки так хотят поиграть. Так, давайте я пока что поставлю. О, о, о. Вау. Так, два компьютера. Дробовик вам поможет для убийства этой херни. Пришло время сдаваться. Хотя прости, это время уже прошло. Теперь ты, боюсь, уже ничего. А, найс. Совсем ничего. Что-то у тебя голос не слишком уверенный есть. Волнуешься? Мечтай, ты мечтай. Я продумал все до мелочей. Отлично. Люблю срывать чужие планы. Только на этот раз не все часть моего плана. Если бы ты только знал,
мой зум? Инчу, ты и понятия не имеешь, кто я такой. Но сейчас ты это узнаешь. Что вы там, герои, говорите, так и слушаете? Валяй! Так, ладно, пока что у меня патронов более-менее. Пока я не скажу, а я еще только начинаю. Так, что дальше? Хорошо. Слушайте, мистер Сейбер, вы в безопасности. Скажите, как можно отключить Сейбер Сенс? Это не Сейбер Сенс. Не тот Сейбер Сенс, каким должен был быть. Яншу все вывернул наизнанку. Но как нам его отключить? Только выведи из строя систему спутниковой связи Сейбер Сенс в моем комплексе. И это отключит Сейбер Сенс во всем мире? Да. Да где же вы? Не беспокойтесь, просто ждите здесь. Агенты уже на подходе. Бригада М, пора встретиться и покончить с Сейбер Сенс раз и навсегда. Да-да-да-да-да. Подвал центра спутниковой связи. Последний акт, ребята. Я в подвале спутникового комплекса. Что у вас? Сканирую спутниковый комплекс на предмет Яншу. Область поиска сокращается. Также в подвале отображаются источники высокого напряжения. Может, стоит расследовать это в первую очередь? Я сейчас вожусь с этими гадкими тостерами! Но не волнуйся, я скоро к тебе доберусь! Схемы показывают, что ты должен будешь войти в комплекс через нижний вход. Я отмечу его в твоем оперативном компьютере. Спасибо, Бен. Я вхожу. Хуарес получил сраный сигнал из источника, находящийся рядом с вами. Выясните, что это. Бладс, карта. Здоровье. Окей. Патрончики. Жалко, что здесь нету умучи ускорения. Да, огнемет тут неплохо на самом деле. Очень неплохо. Так, я могу просто вниз упасть, но... Если кто-то вдруг подкрадется сзади, дайте мне знать.
Но-но-но-но-но. Вверх можно попасть. Наверх. Ха. Не дали. Ну и хорроры. Форрес, получаешь мою видеотрансляцию? Бластер, ты это видишь? Все ясно, Дарвин. Похоже на диск с данными. Если это здесь и так надежно охраняется, это неспроста. Форрес, идеи есть? Перенаправляю сигнал напрямую Бену. Может, он знает. Но ты прав. Если оно так охраняется, это что-то важное. Так, Муч, давай смотреть, что мы можем с тобой получить. Во-первых, мы можем подождать робота, когда он будет проходить через эту хер, чтобы его уронить. Так, один готов. О, тут еще один пылесос. Ладненько. То есть у каждого своя секция здесь еще. Ладно, пока не буду атаковать. А я думал, он по мосту пойдет. Я же хотел его обрушить. Так, куда этот робот идет? Блин, понимаете, здесь уже всю... Типа деньги уже в них не так сильно нуждаюсь. Если честно. Так, осталось... Так, подожди, это четвертый. Это первый участок. Ну, пускай по первому участку мне нужно поверху идти.
Ой, еще эта машина зачем-то заработала, когда я еще не зацепил ни хера. Замечу, сейчас пушки нету. И я спускаюсь немного вниз, пушка появляется. Так, если всерьез, то где последняя часть? Так, подождите, я был там. Мы здесь взяли. Я был тут. Ну вот и все. Вот пропажа и найдена. Диск, 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 диск. Нанохакер. Диск у меня. Похоже на какие-то планы модернизации оружия. Звучит заманчиво. Купи. Рассмотрим поближе. Как раз этим занимаюсь. Бац, 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 бац. Ну блин, ну что там может быть? Нанохакер это... Хотя... Временно перепрограммируя чипы Сабрлиных, противник превращает его в вашего союзника. Действует. Наташа, все было. Это улучшенная нанотехнология нанохакеру поражать схемы самых неуязвимых противников. А-а-а. Дарвин, вот хорошая возможность испытать модернизированный нанохакер. Выстрели в один из пылесосов и посмотрим, что будет. Пылесосов? Нахер оно надо? Нахер мне ваши пылесосы сдались? Мне вопрос, как туда... Ой. Как мне туда подняться теперь? А, я, кажется, догадываюсь. Окей, попытка номер два. Странненько. А, понял. Ай, нахер меняет ваши пылесосы. Сейчас я еще одну вещь проверю. Если на вот эти уступчики не ставится. Ну, в принципе.
Не, нихера. Отлично, я был прав. Теперь этот пылесос безопасен, и ты сам сможешь им управлять. Попробуй подойти к нему поближе. Включаю. Не работает. Ну вот, Дарвин. Теперь ты сможешь пробраться мимо всех пылесосов. Держи нанохакер наготове. И я могу поспорить, что давление в насадке пылесоса достаточно большое для того, чтобы при необходимости поднять тебя в воздух. Вот и все. А теперь эта вещь довольно очень полезная. На самом деле. Оно не сохранило. А я там не посмотрел, все скупил я или нет. Ладно. Время внутреннего теленаблюдения. У меня отображаются сигналы живых существ. Это ученые, занятые производством чипов. Посмотрим, что они скажут. Блин, ну ладно. Так, я трубу вижу. Вы меня слышите? По которой поеду. Кто это? О, я из особого отряда. Бригада М. Мне нужна помощь. Как я могу обесточить диспетчерскую? По-быстрому. Бригада М? У вас очень знакомый голос. Ребята, время не ждет. Отлично. Сделайте вот что. Отключите главную спутниковую антенну, с помощью которой сеть Saberlink управляет приборами во всем мире. Тогда мы сможем обесточить все крыло здания целиком и остановить это безумие. Мы пошлем вам ключ-карту. Ею вы сможете отпереть дверь. Удачи. Ты уверена, что это хорошая идея? Что, если ее вдруг перехватят? Перехватит? А да кто ее перехватит? Вечно паникуешь, почем зря. Ну, парень из бригады М, будь готов. Как-то очень быстро. И по съебам. И по съебам. Ничего, что по мне там пуляют? Да, забот не в проворот. Ладно, хотя бы он не попадает. Так, начнем с чего? Двоечка. Так, иди убивай. Ау, 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 ау. Да идите вы в жопу, сколько вас, где вы атакуете?
Так, там... Плавен. Так, Хорос, я добрался до диспетчерской, но мне еще надо подняться к антеннам. Какой дорогой лучше идти? В этой комнате должна быть дверь, отпирающаяся ключ-картой. Открой ее и поднимайся на лифте. Спасибо. Без тебя я бы не справился. Так, ладненько. Перепрограммированная херня. Так, ключ-карта, поехали. Стоп, я что, не туда зашел? Ладно. Я пытаюсь придумать план. Что да как? Зачем мне взрывные бомбы? В смысле? А, я смотрю, у меня что-то... Потух телефон. Вау. Да ёлки-палки, я что? Меня арена? Йеншу полностью перекрыл мне дорогу к антеннам. Иными словами, я в ловушке. Есть идеи, ребята? Эй, Ти! Для этого как раз подойдет нанохакер. Попробуй и увидим. Что? Отличный план, Бластер. Так и сделаю. И что? Подожди, 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 подожди. Ладно, хотя бы сердечко дали. А чё мы на меня начали целиться, приятель? Так, я выхода немного не вижу. Увидел выход. Тупые ловушки. Вот зачем здесь мне бомбы. Что?
взломать нанохакером, а они связаны с системой безопасности здания. Это может пригодиться. Ими, наверное, еще хорошо коврики чистить. Этого я не знаю. Если только ты не считаешь ковриком бластера. Эй! Ты сказал, что это останется между нами! Ну я же извинилась. Так, и что от меня хотят? Сразу ж нельзя было мне сказать. Так, это готово. Тупик. Чисто дырка для красоты. Сейчас мы по-тихому пробежим. Закинем ключ в карту. Ну, мы и отправляемся. Я направляюсь к диспетчерской. Как у вас? Продвигаюсь в поисках Йеншу. Я прикрываю пути к отступлению, мистер Ди. Я тоже буду на чеку, Дарвин. Хорошо, завершаем операцию. Не думаю, Дарвин. Пора тебе увидеть подлинную мощь моего нового оружия. Йеншу! Ну что, в принципе, я бы закончил. Ребята, серию. Этот псих Йеншу не шутил. У нас серьезная проблема. Давайте я тогда на этом заканчиваю. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.